Ситуацию с коронавирусом в республике депутат Народного Хурала Баир Гармаев назвал запредельной. Потому предложил провести правительственный час по этому вопросу. Считает, нужны срочные меры. Всеобщего вакцинирования, у которых нет медотвода. Мы прекрасно знаем, что в тех же районах, в селах люди не информированы. И всеобщая информированность должна быть у нас в республике. Если сообща мы это не создадим коллективный иммунитет, болезнь будет продолжаться. Если не будет такая необходимость, нужно обратиться к правительству России и с просьбой сделать исключение для Республики Бурятия и выделить дополнительные вакцины. Пока в Бурятии обязательно вакцинироваться должны только несколько категорий граждан. Медицинские и социальные работники, трудящиеся в сфере услуг и общепита, студенты и пожилые. Привить планируют более 400 тысяч человек. На борьбу с коронавирусом предлагают выделить 400 миллионов рублей. Деньги нужны на аппараты ИВЛ, переоборудование больниц и не только. Буквально уже за первое полугодие мы уже практически почти столько же денег из бюджета выделили, сколько в прошлом году выделили. В прошлом году 970 миллионов было выделено из республиканского бюджета, и 2 из 100 было из федерального бюджета. То сейчас у нас уже больше 800, буквально за один штаб по расходам у нас расходы выросли порядка почти на 100 миллионов. То есть поэтому то, что сейчас развивается такими лавинообразными темпами, мы не можем сказать, что мы даже этими 400-ми мы не закрываем потребность. Впрочем, здоровье и жизни людей – это не то, на чем стоит экономить, считают депутаты. Ксения Шабаева, Инесса Дондукова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.